Привет, мои хорошие, с вами Селена Свей, и сегодня я хотела вам рассказать свой DIY на то, что я вам говорила, шкаф. Я заказала шкаф сама и, в общем, украсила его еще интересно из фикс-прайса. В общем, вот я хочу показать вам, что получилось в итоге. Итак, я заказала себе, у меня немного было места возле кровати, да, оставалось там где-то 30 сантиметров. Я заказала себе вот такой вот шкаф. Буду показывать его вместе с собой, чтобы видеть. Наверху ничего нету, там стоит колясочка такая, цветочки в ней любимый мне дарил. Здесь идут верха у нас, да, здесь идет у нас телевизор. Вот с фикс прайса, как вы видите, уже штучки всякие. Здесь у нас идет стол, здесь моя косметика. Сейчас я буду все показывать. И здесь идет такая ниша, ниже идет глухая такая штучка. Ну, как бы никак не открывается, да, и, ну, здесь они раздвигаются, естественно, и там вот какие-то вещи лежат, которые я часто ими не пользуюсь. Мы заказали только белый шкаф, и вот он был белый шкаф, да, я заказала, чтобы было для косметики здесь все, вот такая ниша. Вот эти вот штучки мы сделали уже сами, потому что здесь были дырки, такие же, как и здесь. Я долго думала, чем можно закрыть, кстати, я еще в процессе думания, да, потому что это так у меня идея такая сейчас возникла, мне приятно на это все смотреть. Это просто ткань розовая, она такая достаточно, ну, такая плотная и легкая, для того, чтобы, ну, она хорошо вот здесь вот собиралась, да, чтобы она не была плотной сильно. Она обычные лески сделала, и вот мне нравится такая вот именно идея, мне кажется, она очень красивая. И смотрите, что я придумала на ручки. Это фикс прайс. Это наши с вами штучки, которые находятся у меня вот здесь, вот это из фикс прайса. Вот такая вот штука. Я ее сделала на ручке, наклеила. В принципе, хорошо держится, все прекрасно. Смотрите. На внешнюю так вот сторону. Здесь на ручках. Они были обычные белые. Здесь тоже на ручках. И сделала вот здесь декорчик такой. То есть, в принципе, вы можете это все сделать тоже, если у вас ручки, допустим, не такие, на которые, ну, нельзя вот это, да, наклеить, может, они там кругленькие какие-то или еще что-то. То есть можно вот, вот так вот, вот на такие торцы. Вообще, я думала, если бы этого не было, можно было бы сделать вот здесь, вот, например, тоже, в начале. Цветами, я думаю, ну, с розовым, с белым будет сочетаться, если шкаф розовый, белый, может быть, даже с черным подойдет. Вот. Здесь, значит, мой телевизор, здесь у меня косметика. Пока что оно так все лежит. Все буду менять, потому что мне вот это не нравится. Здесь две коробочки с фикс прайс. Мне кажется, они очень хорошо вписываются. Вот такая коробочка очень красивая, тоже сюда очень хорошо вписывается. Я думаю, что я куплю еще вот такие. Вот, как вы видите, это тоже из фикс прайса. Вот эти штучки. Ну, что у меня здесь? Я могу сказать, да, это вообще вот эти вот два верхних ящика. Они как бы для особо ненужных вещей, хотя вот этот очень удобный, потому что он находится с краю, я там стою. А вот здесь надо на кровать, я сейчас на кровать залезла и вам с кровати все показываю. Здесь белье у меня, небольшое количество. И вот мои, кстати, вот чем я укладываю свои волосы. Это вот Валера мне очень нравится, вот это вот термобигуди. Ну и там у меня всякие утюжки и всякая фигня. Вот еще место есть, я еще найду, что сюда положить. Вот. У меня, кстати, двери с доводчиками. Видите? Раз, раз, сама закроется. Это мне, кстати, доводчики эти сделали в подарок. Здесь у меня точно так же. Очень много всего фикс-прайсовского. В общем, вот такие вот корзинки. Они здесь очень хорошо стоят. В них все с фикс-прайса. Это то, что я буду снимать видео. И то, что, в общем, много всего. Здесь ниточки, как я вам и говорила. Ну, компьютер мой. И рядышком для подушечек моих маленьких здесь наволочки. Ну а здесь я попыталась уместить всю свою косметику. Вот я так открываю и пользуюсь. Но надо будет что-то здесь другое еще придумывать. Ну, здесь столик такой, потому что, в общем, не совсем все получилось так, как я хотела. Вот, в принципе, вот такой DIY в плане. Если у вас есть какие-то такие же открытые ниши, и вам не нравится, что там куча-куча навалено, пожалуйста, вы можете сделать вот такую вот идею. Главное, красиво подобрать цвета. Я обожаю белый и розовый. Вот оно, пожалуйста. И смотрите, как хорошо смотрится фикс прайс на ручках. Вот. Может быть, моя идея была вам интересна и полезна, и у вас появится идея что-то сделать интересное в вашем доме, как-то украсить ваши шкафы, сделать что-то новое, внести какую-то свежесть.
Если это было так, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, а мы с вами увидимся в следующем видео. Пока-пока!